Здравствуйте, мои дорогие маленькие друзья-телезрители! Вот уже в который раз я в лесу встречаю вас. У экранов вы сидите и на Левушку глядите. Это было маленькое, так сказать, лирическое вступление. А сейчас я хочу вас вновь пригласить в детскую театральную студию «Светлячок», потому что избушка на курьих ножках уже развернулась, и я чувствую приближение Бабы-Яги. Случается с теми, кто не слушает маму. Жаль мне и Аленушку, и Полинушку, но, к сожалению, они провинились сами. Но будем надеяться, что, как и во всех русских сказках, добрая сила победит злую Бабу-Ягу. Но это будет впереди, а впереди значит в следующий раз. То есть я хотел сказать, что завтра, а завтра будет завтра. Короче, что-то я совсем запутался, поэтому давайте просто смотреть мультфильм. Ну что ж, передача у Левушки в гостях заканчивается, и я прощаюсь с вами до новой встречи, как всегда, во вторник. Будьте послушными и добрыми. Пока!